Указ императора. Принцесса Дуань должна явиться во дворец помолиться за императрицу. Исполнять. Евнух Лен, моя супруга еще больна. Как смеешь? Благодарю за милость. Для меня честь молиться за упокой императрицы Ван. Я без промедления направлюсь во дворец. Любимая. Позже ему расскажу про любовный яд. Сяомо, дождись меня. Принцесса, император ожидает вас. Императрица? Император, приветствую. Нам было нелегко вне траура. Я очень плохо сплю. Мне постоянно снится императрица Ван. По моей воле она умерла. Она же не придет за мной? Не волнуйся. Я приказал устроить ей пышные похороны. И оказали всевозможные почести. Это всего лишь слова. Всю грязную работу я сделала. Вы же, император, ни при чем. Титул императрицы всегда должен был быть твоим. Я хочу титул императрицы. И сердце императора. Весь мир принадлежит мне. Для всех мое слово – закон. Кто посмеет возражать моему решению? Но ты должна еще кое-что сделать для меня. Чего бы вы хотели, мой император? Слышал, у принца Дуани есть сокровище. Он прячет его в шкатулке, которую держит при себе. Принеси шкатулку. Шкатулке моя печать. Зачем ему она? А что за сокровище? Тебе незачем знать. Принц очень осторожен. Мы так и не разделили с ним ложе после брака. Боюсь, я не смогу. Не волнуйся. Я сделала ему предупреждение. Больше он тобой не сможет пренебрегать. Как вернешься, прояви немного своего очарования. Разве есть в мире мужчина, который устоит перед тобой? Значит, Дзян Цзинли всего лишь пешка, которую ты подослал к принцу Дуаню. Использовал ее любовь, чтобы она для тебя следила за принцем. Сяомо, ты безжалостен. Хорошо. Но после этого... Вы же не забудете о данном мне обещании? Прошу, не надо. Похороним императрицу. И тогда я буду вся ваша. Хорошо. Можешь идти. Хорошо. Дзян Цзинли,
Нам нечего было делить, но мы обе стали жертвами жажды власти Сяомо. Если и ты его ненавидишь, то помоги уничтожить его. Разве это не принцесса Дуань? Что, в поместье негде гулять? Почему бродишь по дворцу? А может, возомнила дворец своим? Вы ошибаетесь. Император позвал меня помолиться за упокой императрицы. Если не верите, спросите императора. Смотрю, ты смелая. Решила бросить мне вызов? Как смеешь оскорблять мою жену? Ты же сказала, что видела, как она вошла в покой императора. Я не понимаю. Я точно видела, как она была с императором. Кто же знал? Говорят, они не ладят. Почему же вдруг столь теплые отношения? Спокойно. Будешь вырываться, и завтра поползут слухи, что мы в ссоре. И я опять буду в немилости. Зачем пришел? Беспокоился за тебя. Спасибо, что помог. Но впредь прошу, не вмешивайся. Дворец опасен. Будучи императрицей, тебя все уважали. Сейчас это не так. Не действуй в одиночку. То есть на все твое разрешение спрашивать? Не забывай. Сейчас ты моя законная супруга. Не перегибай. Не буду пока рассказывать принцу о шкатулке. Не хочу подвергать его опасности. Использую шкатулку, чтобы было время выяснить, что задумал Сяомо. Зайдите. Ты зачем пришел? Чтобы утихли слухи. Не волнуйся, ложиться с тобой не буду. Все хорошо. Любимая, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Похоронная церемония императрицы завершена. Почему я не видел на похоронах принцессу Дуань?
Принцессе не здоровится, поэтому она не смогла прийти. Но мне доложили, что вечером принц вошел в покои принцессы и провел с ней страстную ночь.